Всем привет, меня зовут Игорь Мережан, и в этом видео я хотел бы рассказать вам о топовой стойке фирмы PIS, модель HS761. Такую стойку я использую уже на протяжении 8 лет, и она довольно-таки хорошо работает и довольно-таки износоустойчивая, то есть за 8 лет у меня с ней лично никаких проблем не было. И все это потому, что стойка довольно-таки массивная, она снабжена одинарной толстой цепью, также она состоит из двух частей. Зажим сконструирован таким образом, что со временем стойка не деформируется при каждом закручивании и раскручивании. Также стойка снабжена механизмом для натяжения пружины, которая необходима для настраивания жесткости педали. Также эта стойка комплектуется специальным замком, который позволяет использовать связки с двойной педалью.